Меня зовут Александра. Я участвую в конкурсе, мы будем петь песню «Мама Мия». Меня зовут Анжелика, мы участвуем в конкурсе. Мы будем выступать в концерте. Скажи, будем исполнять песню Абы. Вместе со своей сестрой. Скажи, как песню Абы и «Мама Мия» вместе с моей сестрой. Вас приветствует школа юных гимнасток на Тенерифе. Это Алиса, Сандра, Ксюша, Аранта, Угля, Шарлотта, Виктория. Меня зовут Оксана. Всем привет! Ура! Миномбре. Меня зовут. Литовский. Громче. Надо еще раз. По-литовски. Говори по-литовски, нет проблем. Так, мам, помогай. О, боже мой, ну так не стесняйтесь, девочки. Наконец-то. Привет! Вот так, привет! Мне супер, жарко, хорошо, мы танцуем и поем. Все, девочки, не очень этого не делайте. Что значит ошлетуме? Говорить. Ладно, по-литовски говори. Понятно? Говори, меня зовут Анна. Меня зовут Шарлотта. Шарлотта! Ура! Ура! Мне 8 лет. Песня. Проксима. Меня зовут Угля. У меня есть кошка, собака, попугай, рыбка. Не знаю, кто у тебя есть. Сестренка. Сестренка. Меня зовут Алехандро. Я сегодня буду танцевать. Мы займем первое место. Потому что у нас фристайл. Меня зовут Алиса, мне 10 лет. У меня есть две собаки, один брат. Я сегодня буду выступать на гимнастике. Меня зовут Кина, мне 6 лет. Я буду петь первым кузаном. Меня зовут Аня. Мне 6 лет. Я буду петь кружалом. Молодцы. Или все тебя снимают? Я Катя. Мне 5 лет. Ты жюри? Я буду. А ты кто? Я просто ведущая. А ты ведущая? Я Катя. Я расскажу вам стишок. Волнуешься? Марго, ты здесь удобно? Ну как, выступать будешь? Волнуешься? Я волнуюсь. Для розетки. Да, потому что я песен на них не хорошо знаю по-испански. Или можно узнать, где еще солнце? Меня зовут Ева, мне 10 лет. Я буду участвовать сегодня в этом конкурсе. Моя подруга Ксюша тоже будет сегодня участвовать. Она моя подруга, потому что учится в моей же школе. Коллектор Костады. Привет, меня зовут Женя. Мне 10 лет, и я буду танцевать. Я учусь на школе, на Буклаку. И еще буду тоже играть на пианино. Ну что, вы стишок будете рассказывать, танцевать? Да, стихотворение. Стихотворение. Вы волнуетесь, девочки? Нет. Волнуетесь? Да. Девчонки, что-нибудь перед выступлением скажете? Что ты скажешь? Поздравляю всех с праздником. Хорошо, скажи. А ты скажи, что ты девчонки. Поздравляю всех с праздником. Как у вас номер называется? Вы будете выступать? Вы, гимнастика у вас? Волнуетесь? Помахать?
когда мы выйдем. Она не знает, что есть. Мама, смотри, я отец, вот такая пила. Отец, вот такая пила, мать. Чего тебе хочется, мать? Пила. Давай,